Всем привет, ребята! Вы находитесь на второй части по постройке дёрт-вылета. Сегодня мы снова приехали сюда строить дирты, чтобы кататься, не ломаться и учиться новые трюки. Да-да, ребят, это вторая часть. Кто не видел первую часть, это предыдущий ролик. Зайдите в профиль, посмотрите первую часть, а потом приступайте к просмотру этой части, чтобы вы просто понимали, что происходит. Да, сначала мы начали строить в Олимпийском парке, но потом поняли, что это не сильно безопасно, и конкретно там что-то построить будет невозможно. Например, загнать трактор там или еще что-то. Может, просто-напросто нас оттуда выгонят, там сломают, еще что-то сделают, как это бывает обычно. Так что сейчас мы в селе находимся. Вон ребята уже копают, и все будет отлично. По крайней мере, надеюсь на это. Кстати, друзья, в этот видеоролик попадают вот эти вот ребята. А если вы хотите также попадать в видеоролики, пишите любой комментарий, и абсолютно рандомно через рандомайзер я выбираю комментарии и вставляю в свои видеоролики. Все абсолютно честно делаю с первого раза, даже если это негативный комментарий, это я просто так зачеркну, скажу: эй, ты что, кто ты негативный комментарий пишет? Ты что, офигел? Что, офигел, что ли? А негативный комментарий, пацаны, у нас не может быть. Только пальцы вверх, подписки, лайки и четкие комментарии, так что погнали. Стараюсь для контента, ребята, чтобы вам было интересно, чтобы нам было интересно, чтобы всем было весело. Все, вон, уже мне пацанов жалко, они там втроем копают. Тут еще один маленький прибежал. Вон, втроем копают. Вот уже трамплинчик сейчас будем делать. Это наш памп, который мы в той серии делали. Вот он, вот такой вот памп возле какашек. Ну, ничего страшного. Сейчас будем трампик вон там делать. Все, это квадроцикл. Квадроцикл, он нам помогает, он перевозит все лопатки, тачки и так далее. Че, пацаны, как успехи у вас? Нормально. Давайте я сейчас вам помогать буду, на таймлапс поставим, да? И будем все вместе. Лопат мало. А, мало? Да. Ну, Артура отберу, он все равно маленький. Короче, все, ставим таймлапс и подключаемся к делу. Уже вот такая вот куча. Накопали около 6-7 тачек. Пока что копаем вдвоем. На самом деле трудно, ребята, трудно. Очень трудно. Особенно по вот этой вот дороге вести. Очень трудно. Как тебе, братан? С кайфом. С кайфом? Да. Дёрт сила, да? Да. Будем на огромных дёрт вылетах кататься. Ну, пока что мы строим маленькие, но скоро будут огромные, надеюсь. Короче, пока мы копали, пацаны ушли за лопатой в магазин. Артурик, ты что, этого одевать будешь? Вот это? Да. Это же как-то целиком сапоги. А ты что еще? Вот там еду принесли. Нифига себе, пацаны. Чипсы, не чипсы. Ах, красавчики. Что, давайте копать все вместе. Чисто еда школьников со дворов. На самом деле, я чипсы не кушаю. Но кушаешь, да? Но... Да, видно, на тачке летит. Есть перерыв, есть чипсы. Вот такая вот кучка получилась. Сейчас начнем придавать форму, да? Да. Опять импровизация. Типа вот там мы тоже не знали, что делать. А сейчас будем импровизировать, создавать вылет. Это уже будет вылет. Призем это уже отдельная тема. Сначала вылет. Погнали. Арт, давай битбокс. Что скажете? Вообще не скажу. Я устал. Я тоже устал. Будни? Дэй. Дэй. Суровые дёрт дэй. Короче, вот так вот сейчас будем придавать форму трамплинчику. Закрывай его арматурами, палками. С этой стороны еще нужно закрыть. Так, поднимать. Все четенько делать.
чтобы не супер дофига земли уходило, чтобы мы его так поставили, и четко все вверх росло. А то мы песок сыпем, он прям по сторонам сыпется, а не как нам нужно. Пока что все очень грубо. Вот такой вот радиус образуется. Мы его продолжим примерно до вот такой высоты. Сделаем, потом оставим, наверное, и потом уже придем. Вокруг его красиво глиной обделывать будем, чтобы было все четко, гладко и хорошо. Кстати, ребята, это игровая площадка, на которой я вырос. Я помню, вот здесь вот в детстве катался, там прыгал, лазил. Вот эта штука оказалась настолько высокой, что это просто невозможно было сюда никак залезть. То есть ты играл там в догонялки, это был вот здесь домик, стоял здесь, его прятался. Просто вообще ностальгия такая жесткая. Еще помню, вот эта штука очень трудно была для нас. Вот эта вот штука очень трудно было для нас. И до турника мы еле дотягивались. Вот сюда вот залезть, это вообще было просто невозможно. И вот эта штука вот была типа очень сложная. Этого вообще всего не было. Вот так вот залезать, слезать там в догонялки, когда играешь. В общем, вот такие вот качелечки были в моем детстве. Снова холодно. Спустя много часов работы у нас получилось вот примерно вот это. Вот такой вот вылет начали делать. Со всех сторон закрыли. Вот отец приехал. Чувствует, когда видео снимаю. Вот так вот. Так, ребят, экстренное включение. Хочу с вами попрощаться. Очень резко похолодало, прям солнце село. Все леденеть вокруг начало. Так что мы сейчас выдвигаемся домой. Покажу сейчас результат, который у нас получился. Это вот кочечка, которая была. Дальше. Фонариком вот так свечу. Дальше вот это начало трамплинчика, мы его везде вот так закрыли, все по кайфу, скоро доделаем. А чтобы попасть в мой видеоролик, оставляйте любой комментарий, абсолютно любой, я рандомно выберу, и вы попадете в следующий видеоролик. Все, ребята, очень холодно, всем спасибо за просмотр, с вами был Самуил Пачан, всем пока.